Сегодня хороший день, солнечный, теплый. И не подумаешь, что середина октября. Вот, так это перед вами озеро. Вот то самое озеро Мичиган. Я могу, конечно, и влево взять, но там солнышко. Не знаю, что там будет видно. Ну, наверное, не очень видно. Вот, давайте я не буду брать. Вот так покажу. Мы тут на относительно высоком берегу. Остановились. Просто, чтобы я мог снять что-то об озере. Потому что мы ездили по дорогам. Мы ходили там, перекусывали. А вот озеро я вам и не показывал особо. Так что вот оно. Красивое, голубое. Вечереет, друзья. Часов 6, наверное, вечера в городе Сан-Джозеф. И мы пошли погулять на речку. Тут есть речка, так и называется тоже. Сан-Джозеф. Речка впадает в озеро Мичиган, как нетрудно догадаться. Здесь такой парк с тропой. Вообще очень, очень живописно, симпатично. Вот озеро там, видите, вот. Вот там уже озеро. Это мост такой. Да, мост разводной, правда. Тут уточки плавают, знаете, такие милашки. Да, совершеннейшие, совершеннейшие милашки. Вот еще одна. Тут, друзья, вы видите скульптурки. Такие нетривиальные. Вот первое, которое я вам показывал, там было написано, там дети, знаете, они такой песчаный замок строят такой. И там надпись была, что песчаные замки – это то, из чего строятся мечты. А это уже современная скульптура. Искусство, понятное всем и одновременно непонятное никому. Вот оно такое. Вот как хочешь, так и понимай. Мы, друзья, пошли к берегу уже озера Мичиган. И вы видите там, ну, такой пирс, что ли. И на конце маячок. Маячок очень знаменитый. Он на местных майках. Это такая как бы символика. Символика этих мест. Ветер такой сильный, знаете, меня прям качает. Может быть, у вас тоже изображение потряхивает. Ветер дует и песок несет. Так он, это, в общем-то, заметно. Вот даже, если вы посмотрите, здесь стоят такие для водопоя установки. Видите, тут тоже песок. Это не потому, что люди пришли с песком попить водички, а просто вот так его несет. Светлана мне говорит, небо сними. Ну, я с удовольствием. Единственное, что с той стороны у нас солнышко. Еще там полчаса, и там будет закат шикарный. Но вот пока так вот. Давайте покажу вам небо. Говорят, сними. Пожалуйста, снимем. Вот такое небо. Ну что же, еще несколько минут прошло. И солнышко, оно уже совсем прямо опустилось. Давайте приблизимся немножко. В лучах заходящего солнца. Вон там маячок.
еще какое-то строение. Даже не знаю, в чем его смысл. Но оно есть. Дети купаются. Есть люди в воде. Хорошо так, знаете, закат. А мы в воде. Есть люди с шезлонгами там пристроились и наблюдают. Вот тут на солнышко, что же, и смотрим на закат. Ну давай еще раз наедем камерой, что-то оно. А зачем? Так хорошо, не надо наезжать на туда. Да? Так отлично, смотри. Ну немножко, видно. Немножко. Нет, надо, чтобы небо было видно. Чего тебе, не светит солнце? А тут, потому что, смотри, красивые цвета. И тут красные, там... То есть ты предлагаешь только небом? И небом, и озером, и всем. Смотри, оно уже чуть-чуть заходит в тучки прямо. Да, уже там оно перестает светить ярко. Ну что, ребята, солнышко уже наполовину скрылось. Люди день тут заканчивается, фотографируются, да. А мы снимаем для вас красоту и сравниваем с закатами, которые мы наблюдаем там где-нибудь в Санта-Крус, например. Да, по-другому солнышко здесь садится. Не так, как на Тихоокеанском побережье. Последние, да, а тут мы, даже немножко волны есть на океане. Ой, на океане, я извиняюсь. На озере есть немножко волны. Но они такие, знаете, небольшие. Детские. Я бы не сказал, что здесь можно как-то серфингом заниматься. Розовая. Опа-на! Дорожка такая пошла. Изумительный вид. Вот то, что в камере я сейчас вижу, Света, намного красивее, чем то, что ты видишь глазом. Как-то неожиданно вот эти красные цвета отыграли. И такой дугой такой вверх. Все, солнышко уходит. Почти ничего не остается. Солнце не видно совсем. Ты знаешь, солнце не видно, а красотища есть. Вот я сейчас немножко отойду. Очень-очень красиво. Вот сейчас как-то все, так. Уже последние лучи, все, ничего нет. Последние лучи, но они очень такие впечатляющие, особенно если поближе навести, поближе, то там целый мир красок играет. Ну что, мы прощаемся с заходящим солнцем. Домой. И потихонечку, да, будем собираться. Завтра мы возвращаемся в Калифорнию.